здесь? Нет. Давай. Чуть холодного. Так. А это что? Русское кино в жопе. Да, ну. Русское кино в жопе. Я не знаю, почему. Только Федя Бондарчук прикольный чувак. Вот Федя прикольный. У него отец Оскара брал. И он возьмет. Сейчас поднатореет и возьмет. Зачем жопу сказал? Мне теперь стирать. Вот ты проверила? Проверила. Кс-кс-кс-кс-кс. Ладно, спасибо. Кс-кс-кс-кс-кс. Киса. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Хорошие. Детский сад, да? Так. Так, Люд, включай. Уже? Так, значит, начинаем следственный эксперимент. Так, Карась, где вы сидели? А, вон за тем столиком. Так, что потом произошло? Она встала. Кто она? Кто она, Карась? Маринка. Какая Маринка? Потерпевшая. Ну, она встала, потерпевшая Маринка. Сказала, что хочет пописить, и пошла к этой. Рукой покажи. Вон. Угу. Так, потерпевшая что, сразу, как вы пришли, пошла в туалет? Нет. Не ладно. А что до этого было? Мы сидели, разговаривали. Так, о чем разговаривали, Люда? Люд. Уже. Мы разговаривали. Ты спрашивал. О чем? Почему она стала Суи? Он мямлет, мне не слышно ничего. О чем? Еще раз громче говори. Ну? Почему она осталась у Игоря? Так, конкретно, о чем вы ее спрашивали? Я уже говорил. Так, Карась. Значит, тут следственный эксперимент, мы все записываем, поэтому еще раз, громко, на камеру. Угу. Или не понял? Спокойно, спокойно. Сева, уже. Так, Карась, что вы спрашивали у потерпевшей? Почему она осталась ночевать у Игоря после дня рождения? Так, Карась, поплыли дальше. Что она ответила? Она сказала, что уже поздно и домой идти боится. Темно. Так, что дальше? Я сказал, что я ее люблю. Это, в принципе, все знают, что я ее любил. Зачем оставаться-то ночевать у других? Что потом мне скажут? Она сказала, рот закрой, и пошла пописть. Потом подошла к этой, взяла ключи. Рукой покажи. Так, за этим столом вы сидели? Нет, там. Так, садимся. Валь, давай садись. Киса. Валь, садись. Так. Так, значит, вы, значит, сидели здесь, и она пошла? Да, пописить. Так, вы здесь стояли? Я отдала ей ключ. Она мне заплатила. Я попросила ее сразу заплатить, потому что... Ну, до того, как она посыт. Потому что я после бегаю. После того, как они выходят. Мне же еще с продуктами работать. Прикасаться. Вот. И поэтому я деньги... Так, Карась, дальше. Потом я встал, пошел за ней, постучал так, там. Встаем, пошли. Люда, так, постучался, сколько раз? Два, потом еще два. Так, стучим. Так. Сева, холодно. Она спросила, кто там, потом сказала, занято. Я сказал, что я, она открыла. Так, так, откройте нам, пожалуйста. Вот вы, откройте нам дверь, пожалуйста. Поняла. Поняла. Сейчас. Сев, ты что, не понял?
Ну, пальто при... Так, Карась, что дальше? Ну что, Маринка открыла. А это как завопит, чтобы я заплатил, что вдвоем за одни деньги срать нельзя. Нет, это я в смысле что сказала? Что ежели вдвоем, даже если родственник, то платить надо за двоих. Так ведь? Вы знаете, я ему правила пользования просто напомнила. Тихо, так... не мешайте. Так, дальше, Карась. Я заплатил, зашел и закрылся. Так, заходи. Только не закрывайся, чтобы мы видели. Так. Сева, а? Детей убери. Ну и как она? Где что, сидела? Да, на унитазе. Так, Валь, садись. Так, дальше. Я вытащил нож. Ударил ее в шею. Так, нож откуда достал? Из кармана, из штанов. Так, дайте ему это... Сев, дай ему что-нибудь только, ладно? Карандаш или ручку ему? У меня ничего нету. Как нету? А чем ты на работу приходишь? Ручки, пистолетом дай. Каким пистолетом? Дай ему что-то, чтобы он нас не побивал тут. Давай палочки. Подожди, Сев, тыкни ими там в себя, проверь. Протыкается? Что протыкает? Тело, что? Они не опасными должны быть. То сейчас он утыкает нас здесь. Блин! Люд, ой. Что ты? Ой-ой-ой. Камеру держи. Ну вот. Так, показывай, как ударил. Так. Не. Так. Да, вот так. Так, дальше. Потерпевшая как себя повела? Как? Ну, что она сделала? Ну, так, пукнула. Потом захрипела, упала. Я не помню. Валя! Дальше что начал делать? Я решил ее расчленить. Начал резать по руке. Так, показывай, как резал. Ей по руке. Вот так. Потом, когда дошел до кости, подумал, у нее же там кости, мне их не распилить. Так, зачем ты вообще пилить стал? Куда бы ты куски дел? У тебя что, пакет был? Был. Небольшой. Чтоб не поместилось, я потом смыл. Ну, мудак, там бы все забилось! Тихо, не мешайте! Мудак! Откуда я знал? Я-то думал, что там яма, куда все говно-то смывается. Какая же там яма? Мы же биотуалет купили! Не мешай, уйди отсюда! Ну, вы бы написали, что у вас там биотуалет! Так написано же вам там! Уйди отсюда! Биотуалет! Я тебе сказал, рот свой закрой! Он там мозги свои какие-то! Вот уже там на ногах не стоит ничего! Щепка, убери ее отсюда! Че ты ржешь? Да, работает! Работает! Так. Уже! Так, давай. Так, Карась. Так, на чем мы остановились? Я правда думал, что там яма. Я решил, что надо унитаз отвинтить, чтобы ее туда... Давай, показывай. Ну, я... встал вот так. Взялся. Начал... дергать. Дергал. А он не отвинчивается. Еще я испачкался, здесь же они не убирают. Подумал, будь что будет, и пошел домой. Все. Вроде все. Такие деньги берут, а бумаги в туалете нет. Так все, уводите его. Все, Люд, выключай. Выключаю.
Я тебя спросить, ну убери эту. Убери, говорю, из этих. Слушай, Сев, а? Давай потом. Да что потом? Давай потом, хорошо? Давай потом. Ренат, ты где? Уже? Хорошо. Не, я не скоро, у нас тут расчлененка. Слушай, Люда, все, я свободен? Слушай, там в холодильнике пакет большой. Это мама. Мама, мама, приезжал днем, привезла мясо. Ты его разруби. Где? На балконе где. Только смотри, аккуратнее, не провались. Слушай, ну, я приеду, что-нибудь придумаю. Может, суп какой-нибудь? Ну, а ты что хочешь? Чего? Валя. Валёк. Валёк, ты чего? Опять ты телевизор не выключаешь. А он все мотает. Мотает и мотает электричество.
Выключи, это деньги платить. Па. Выключи, выключи. Счетчик, Валя. У всего есть счетчик. И у электричества, и у нас. Ты он. Телевизор не выключил. И на всю мамкину зарплату намотала. Да? А она мой счетчик, Валя. Она мой счетчик так раскрутила, вся жизнь промелькнула, оглянуться не успел. Есть такие ситуации, Валя. Когда живешь, ни о чем не подозреваешь. А кому-то уже помешал. Вот так, Валя. Кому-то даже очень близкому. Просто из-за того, что живешь, помешал. Кому, па? Па, кому, а? Валь. Па, ну кому, па? Валя? Кому, па? Не спишь? А, опять отец приснился. В шапке-то чего ты вы? Валюш, ну мне тоже снится. Да, снится. Мать. Мне он не снится. Ну ладно, сынок, не снится. Снится и снится. Нормально. Куда ты собираешься? Ты успокойся, ты отдохни, Валя. Ну куда ты? Валя. 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 Иди спать, а. Ты на работе чего? Со мной все в порядке. Значит, на мой не приходит. Не приходит. Нечего девчонку за нос водить. Пора здесь не определяться. Валя. Зачем ты его достаешь? Весь в нафталине. Уже? Чего уже? Уже в нафталине. Валя, сколько уже прошло-то? Хватит этим заниматься. Сколько уже прошло? Достаточно. А мне недостаточно. Валь, отца не вернуть. А нам надо жить. Я не буду с ней определяться. Это с кем? Я не буду с ней определяться. С кем? С Олей. Почему? Чтобы у тебя не было оправдания. Какого? Что я живу. Я не живу. И ты не должна. Валь, не нужно. Я не хочу с ума сойти. Я не могу. А я хочу. Валь. Здрасте. Привет, Валек. Ну, что ты вышел, а? Мы разговаривали. Ой, да ладно тебе, ну, воды попить. Духота какая. Что, нельзя, что ли? И проткнули ребра его. Проткнули ребра его. И стекла кровь. И вода. Дядь, смотри, какие кубики. Ох, Дэвид. Смотри, а какой крепкий пресс, а. Смотри. Че, кубики? А попробуй ударь. Да ладно. Да ладно. Да ладно, давай, попробуй ударь. Давай. Да крепкий, крепкий. Смотри, кубики какие, смотри. Вижу. Вать, подожди. Перестань, вать. Сынок. Что? Вать. Да нет. Валь, он сам попросил. Подожди, Валь. Подожди, подожди. Да я тебе... Да у него живот мягкий, он пресс даже не напрёк. Да я говорю, он сам попросил. Я тебе кляну. Вот, он попросил. Сам попросил.
Быть знаменитым, Люд, некрасиво. Это почему? Не это поднимает ввысь. Это значит, как обычно. Не надо создавать архива. Как обычно, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача. А не шумиха, не успех. Постыдно ничего не значит. Быть притчей на устах у всех. Вот. Что у вас произошло? Сыт Соев. Ну давай. Вот он, это сейчас она. Стоит на подоконнике, трет стекла. Давай, Валь. Ты хочешь ей помочь, да? Так? Ну, как у нас было? Ты что, говоришь, давай я тебе помогу, да? Давай я тебе помогу. Она что, глухой притворяется? Ну давай, показывай. Показывай твои действия. Я ей говорю. Давай я тебе помогу. Так. Не слышно. Она молчит. Громче говори. Я ей говорю. Давай я тебе помогу. Так. Она молчит. Ну что мне делать? Я тогда еще громче ей говорю. Ей говорю, давай я тебе помогу. Так. Давай я тебе помогу. Ну, дальше, дальше. Давай я тебе помогу. Давай я тебе помогу. Я иду на кухню. Беру ведро и подхожу к двери. Да? Ну давай, показывай. Давай, 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 подходи к двери, показывай. Она повернулась и говорит: да ничего делать не надо. Отдыхай дальше. Так. Дальше, Сысоев. Дальше. Я хлопнул дверью. Вышел в подъезд. Вдруг слышу грохот такой. Возвращаюсь в комнату. Окно закрыто. А ее на подоконнике нет. То есть, по вашим словам, ваша супруга что? От сквозняка, что ли? Да, да, да. То есть, ее закрывшимся от сквозняка окном выкинула на улицу, так? Выкинула на улицу. Хлопай. Ну что? Хлопай, хлопай. На то он и следственный эксперимент. Мы должны все проверить. Товарищ капитан. Товарищ капитан, а можно я слезу? Так, это, Валь, да. Ну, давай слезь. Да, Валь, давай слезь. Да, слезь. Ну что, Сысоев? Давай, хлопай. Ну вот, ну вот, вы видели? Я же говорил. Я же говорил. Нам надо проверить силу. Чью? Окна. Окно, с какой силой оно закрывается? Надо же нам понять, можно на человека выпихнуть или нет. Так, да, молодец, Людмил. Так, Вальк, вставай на подоконник, открывай окно. Сысоев. Товарищ капитан, а если он прав? Вот это Валька нам и предстоит сейчас узнать. Так, значит, так, нам нужен ремень. Севка, снимай ремень. У меня нет ремня. Как нет ремня? Ты что, совсем уже, что ли? Вам по форме положено. Можете у меня ремень взять. В спальне, в брюках. Тут нет брюк! Как нет брюк? Как нет брюк? Да так тут рубашки одни! И колготки вон женские! Так, Сысоев, тихо, тихо, хватит! Меня здесь не было, жена разбилась. Что их мог взять? Кто? Я у тебя спросить тут хотела одну вещь. С
Скажи мне, пожалуйста, ты окна на зиму заклеил? А почему? Ренат, почему ты не заклеил окна? Скажи мне, пожалуйста. Я ж тебя просил. Посмотри там с лайкры, если есть. Они прочные. Нам нужны прочные. Да, вам нужны прочные. Да, нам нужны прочные. Очень прочные. Севка. Понятно. О. Какие ты достал, а? Ты что, не знаешь, что такое лайкра? Севка, это утепленные, шерстяные, с лайкры. Они блестючие, прозрачные. Уйди отсюда, Сева. Уйди. Черта не собрали. Слушай, ну ты можешь сделать потише? Лайкра. Ну, возьми пульт. Я что, ношу я, что ли? Надо бы попробовать. Ну, Денис. Ну, Денис, Денис. Ну, ты же говоришь, что ты выше меня на 4 сантиметра. А я же дотягиваюсь как-то. Ну, я подожду. Что? Так. Вот, видишь? Что я вообще сказать лайкра хотела? За тебя все забыла вообще. Вальк! Как ты себе это представляешь? То есть я должна ждать, пока наши отцепляют. Так, Валя, да? На, обмотайся. Один конец за себя привяжи, другой к батарее. Ты, я надеюсь, не против, Сысой? Раз ремня у тебя в доме нет. Да был у меня ремень. Был. Был и не один. Ладно, все, все, хватит. Не кричите, не слышно ничего. Так, ты меня любишь? Ты зачем батарею привязал? Все. Я работаю, все. ЦЦ. Сказал я ей. Сказал. Так, Валя. Ну, Валь, ну что это? Ну, морской узел, понял? Так, смотри, если вдруг хлопнет, ты вылетишь. Туда. Вальк, сразу группируйся, понял? Ну, группируйся, чтоб о стенку там не удариться. Давай, давай, забирайся. Севка! Снимай. Держи. Крепче, на руку намотай. Смотри, втаскивай сразу, не тормози, понял, Сева? Не тормози, втаскивай сразу. Так, Валя. Сева, не тормози. Люда, ты повнимательнее. Смотри, чтоб все это охватить. Угу, хорошо. Я панорамой возьму. Так, Сысоев, пошли. Так, Сысоев, по моей команде. Так, Валь, встань ближе к краю, повернись туда. Нет, я не могу. Чего ты не можешь? Я высоты боюсь. Я, если что, я лучше спиной полечу. Какой спиной? Какой спиной? Ты как сгруппируешь тогда? Ну, я не знаю, ну... Я как-нибудь боком, я... Каким боком, Валь? Каким боком? У тебя все боком. Севка, вся жизнь через бок. Сысоев, готов? Готов. Хлопай. Не понял? Нет сквозняка. Сысоев, очко не в вашу пользу. Ну вы же видели. Вы же видели, оно закрывалось. Ну да. Вы же видели, вы даже засняли это. Ну да. Вы помните? Закрывалось, а сейчас нет. Оно же закрывалось. Так, Сысоев. Оно закрывалось. Сысоев, ну еще один раз попробуешь и все. Товарищ капитан. Все, Валя, надо проверить все. Ну, товарищ капитан. Забирайся. Хлопай. Ап! Неприятный момент, процессу. Оно же закрывалось, все видели. Вы же все видели, что... Вы же все видели! Вы видели! Оно закрывалось!
Оно, ну, хватит, Сысоя, хватит. Оно закрывалось. Нет, не хватит, не хватит. Оно закрывалось. Товарищ капитан, давайте еще разок. Уйди отсюда. Подожди, ты не имеете условия. Так, ну что, скалолаз? Так, ключи, ключи. Видишь? Ой, ну что? Все? Мальчики, опечатываем. Ну, хочешь, поженимся? Поженимся? Ну да. У тебя паспорт с собой? Как в смысле с собой? Пойдем, распишемся. Прямо сейчас. А, придуриваешься. А ты знаешь, что ты мне бьешь сейчас по самому больному? Понимаешь? Да нет, я серьезно. Ну, че ты, я серьезно. Ну, я серьезно, слышишь? Я серьезно. Ну я серьезно. Поженимся, 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 поженимся! Папа, я тебе. Нет, я тебе. Нет, ну, пойдем. Сначала поговори с парнем. Да что там с ним? Да твоему парню скоро 30 лет. Что нам к этому дураку пристраивает? Он переживает. Он переживает. Знаешь, как он переживает? Ну, давай, давай. Жалей, жалей его. Он-то тебя не пожалеет. Ну, о чем ты сейчас говоришь? Ты знаешь, о чем. Чего, Валь? Валь! Сумасшедший! Петь. Слушай, ты не могла бы меня подушить? Как? В смысле, руками? Нет. Руками ты меня трогай. Но мне нужно, чтобы в этот момент, чтобы мне воздуха не хватало. По-настоящему, чтобы я задыхался. Скафинг. Какой скафинг? Так называется. Я в одном журнале читала. Мари Клер. Так анонисты делают. Дрочит и шарфиком себя душит. Это усиливает ощущение. Усиливает? Да нет, мне нужно наоборот. Мне нужно загасить. Кого? Ощущение. Перекрой мне кислород. Пожалуйста.
Так, тихо, спокойно, спокойно. Я спокойно. Я-то спокойно. А вот ты, если бы ты чуть-чуть думал обо мне, мы бы давно были женатыми. А что я? О чем я? Тебе же это ни к чему. Ты уже придумал, что ты скажешь, почему нам надо расстаться? Много не думай. Мы так как будто вместе изображаем, что ты мой мужчина, я твоя женщина. Знаешь, мне только одно обидно, что в 33 года мне по новой придется гулять, влюблять, искать. Я кончилась лет 5 назад на тебе. Ну? Знаешь, я иссякла. У меня больше нет никаких интересов. Ну, кого я подцеплю? Это ведь надо будет изобразить какую-то заинтересованность в человеке, чтобы он на тебе женился. Совсем обленился. В шарфе. Он на соль-то в шапке спит, теперь он в шарфе. Ой, ладно, давай, иди, сходи. За хлебом, хлеба нету. Какой брать? Возьми батон московский. Московский? А если не будет московский? Ну, тогда возьми лаваш. Лаваш, а не опасно? Чего опасно? Ну, лаваш покупать не опасно. Лаваш тоже хлеб, даже вкуснее. Вкуснее? Да у нас же с ними война. Нет, с кем? Ну, с теми, кто лаваш делает. Эти же здесь живут. Кто? Ну, те, кто лаваш печет из тех, кто, они же здесь живут. Они же все равно одни из них. Ну что, теперь лаваш не покупать, что ли? Ну, я не знаю. Мне можно рискнуть, конечно. Только вот вдруг им тайный сигнал поступит травить лаваши. А лаваши, они, как ты говоришь, вкуснее нашего хлеба. Даже вкуснее батона московского. Да? Да. Ну вот, все и разберут. Эти лаваши, а потом все. Ну, раз приказали им. Да ладно, сразу поймут, кто это сделал. Конечно, поймут, только потом уже поздно будет, когда мы поедим этих их лавашей. Сестра, иди сюда, в Москву поедешь. Брат, зачем мне в Москву? Скоро узнаешь. Осторожно, двери закрываются, следующая станция. Бей неверных, как зовут? 17 лет, второй мотострелку, не надо! Мы продолжаем бороться с нашим мировым терроризмом. 9-11. Why, Mr. President, why? I'm sorry. Я, в принципе, думаю, мы сегодня без хлеба обойдемся. Я там лапши сварю. Лапша тот же хлеб. Завтра сама куплю. Как скажешь? Сама выберу, куплю. Пойдем, Оля, поможешь мне. Ничего, ничего.
Ничего. Не надо сыр убирать. Мы его лапшу натрем с тобой. А это курица, а это почки на вторую неделю лежат. Так, подожди. Да, сюда правильно положим. Крабовые палочки для салата. Все положим. Ой, Оля, знаешь, в школе и в бассейн заставляли ходить. Бассейн? Да, в третьем классе. Начали водить в бассейн, а он воды боялся. Боялся? Да, боялся. Отец его хотел научить плавать, в лодку посадил и отвез на середину реки. И выбросил там. Думал, Вальф поплывет. А он чуть не утонул. Поэтому он к воде и не подходит. Поэтому он в бассейн ходить боялся. Сюда положим. И чего? И ничего. А ты сюда бананчики положи. А где мой кетчуп? Представляешь, специально не брал с собой сменных плавок. Специально. Его поэтому в бассейн не пускали. Потому что в бассейн-то нельзя в тех плавках, в которых ходишь. Не брал. Делал вид, что забыл. Потому что боялся. Ой, Оля. Я тебе так скажу. Если его уговаривать, он притворится и вообще от него ничего не добьется. Слушай меня, чисто по-женски. Ты с ним жить будешь? Да? Ты знаешь, что делать? Ну, Оля. Так, все, давай, нюня убрала. Убрала. И давай, спички взяла. Спички. Пошла варить лапшу. Да. О, Господи. Мотода! Ища но мадо кара те о нинири. Окуте курета хито йори мо. Ому но каге де наите ита. Кавай ано ко га вазура рё ка. Нет, нет, я уже сказала, нет. У него должны быть сменные плавки, иначе в воду он не войдет. Нет, все, ну, я сказала, все. Ну, так, все. А? Ну, 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 Валя, ну, тюп, тыть. Я ж предупреждал, что в бассейне будем. Ну, как сейчас? Да я не знал, товарищ капитан, что сюда нужны сменные плавки. Ну, а что такого-то, а? Ну, а что такого-то? Меня чистые... Я сказала не прыгать! У меня чистые плавки, честное слово, я их сегодня надел. Нет. Ну, пожалуйста, ну правда, но я в них даже сегодня не писал. Ну и что? Ну вот, нет ни одного пятнышка. Так не в этом дело, посмотри, сколько там микробов. Ну а что, на сменных микробов нет? Нет, на сменных нет, вы в них по улице не ходите. Да они у меня чистые. Ну какие же они чистые, если вы их уже одели? Сколько там теперь всего? А мы, между прочим, бассейн хролируем. У нас все соблюдается. Мари. Девочки, пойдемте. Ну что? Все? Все? Будем тогда здесь, на берегу. То есть у этого бортика. Так, Люда! Люд! Так, девочки, дышим глубже, не забываем от бедра. Включила? Ага, уже. Так, значит, так, начинаем девочки, следственный эксперимент. Дело Тахирова. Закирова? Так. Да, Закирова, Тахира. Так, и чтобы в воду не заходили. Мы вас поняли. Я прослежу, я увижу. Мы вас поняли. Девочки, дышим. Так, значит. Закиров, как вы попали в бассейн? По билету. Обтерпевшая? По абонементу. Она тут уже записан был. Так, то есть вы знали, что в то время, когда у вас билет, потерпевшая будет здесь? Да, знал. Так, так. Так, зашли. Где была потерпевшая? Вот, вот здесь, на втором дорожке. Так, она вас заметила? Нет, заметила, чтобы я не хотел. Ну, он не хотел, чтобы она его заметила, так? Да. Так, дальше ваши действия. Затем я перегнул бассейн. Так, давай, давай, как будто прыгнул. Все, прямо здесь, в воду не заходим. Ну, вот так приблизительно.
цирк с конями, а? Севка! Севка, тебе руки деть некуда, а? Ну что ты, давай собирай все. Валю! Ты, Тём! Ну, я ж предупреждал, а? Я ж предупреждал, что бассейн не будем, а? Ну, как сейчас, а? А мне уже дело закрывать надо. Мне к завтраму отчитываться. Товарищ капитан, ну, правда, ну, я не знал, ну, как же? Ну, я специально чистые плавки надел на себя. Я не знал, что их с собой надо. Пусть залезет, что она нам сделает? Да и с говном связываться они тут такой вой поднимут. Так, ладно. Так, так, это... Закиров. 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 Так, ты в воде. Что потом? Я в воде. Она скалится. Там еще и подруги были. Она им кричит. Я сразу ныру, чтобы меня не заметил. Так, нырнул, да? Нырнул. О, давай, давай присядь, присядь. Вот так. Дальше. Потом поплыли к ней. Так, какое расстояние вы проплыли? Ну так, 10-15. Не больше 7 метров. Так, Валя. Валь, встань на 10 метров от него. Вот, Закиров. Закиров, Валь. Вот, представьте, что вот он, это потерпевшая. Плывите к ней. Ну, то есть, к нему. Делайте то, что делали с потерпевшей. Хорошо. Давай, плыви. Валь, ну, блин, даже этому Закирову и то плавки сменные нашли, а? Ну, ну, ты же ведь из дома шел, а? Ну, не из тюрьмы, ну, ты мог догадаться, а? Товарищ капитан, ну, я не знал, ну, честное слово, я чистые плавки надел на себе. Девка! Играться сюда пришел! Ну, что? Мать! Тише здесь, детская площадка! Это место преступления, между прочим! А чё, этот клоун устал, что ли? Так... Ну что, Закиров, сколько сидеть-то будем? Давай, показывай. Ну, я так не совсем помню. Там как? Я подплыл к ней. Она ногами бултыхался там, бултыхался перебирал. Ну, вспоминай, вспоминай уже. Так, я стал искать ее ноги, потому что там еще были другие ноги. А у нее был лак зеленый на ноге. Педикюр зеленый. Я нашел. Так. Слушай, чего стоишь? Помогай. Бультыхай ногами, перебирай. Давай, Валь, вперед. Скажи. Че ты? Че ты скажешься, а? Валь, давай перебирай ногами. Уже хоть что-то сегодня сделай, а? Ну. Дальше я подплыл к ней. Схватил ноги и потянул к себе, как будто она нырнула. Ну давай, давай, ну хватай, притягивай, так. Как будто под водой. Так, сейчас, я плохо. Ну давай, так. Делай, хватай уже. Она там бультыхался ногами, бультыхался, потом, когда перестал, переставай, не бультыхай. Я отпустил и под водой поплыл другой бортик. Вылез, вылез и пошел. А она, когда всплыл, там. Все думали, что купается. А я пошел. Сев. Куда пошел ты? Пошел. Стой тут. Ну и сколько он так под водой провисел? Минут 6, как минимум. 6? Ага. Правильно мыслишь, Людмила. Так, это значит, он сначала подплывал к ней. Метров 10, потом там держал ее, потом отплывал. Угу. Так. Закиров, вы нам все точно показали? Да. Так все и было. Приблизительно. Я ее любил. Товарищ капитан, я ее любил. Она нет. Она меня не любила. Только притворялся. Я ей все делал. Все, что мог. А она с братом моим жить стала. Куда так? Я ее просил. На коллеге становился. Я его просил. Я ему говорил, ты же брат мне. Ей все дарил. Все, что мог. Омсу надо. Пожалуйста.
сколько хочешь. Всегда говорили, приходи, выбирай. По один, по два штук. Омсу надо, пожалуйста. Шоколад только импортный. Карли-варли, английский. Самый шоколад. По три плитка давал, подругу угощал. Так, Закиров, песни петь заканчиваем, ладно? Сейчас помолчим. Так, сейчас помолчим. Сколько же это, а? Закиров, а ты как? Ты без акваланга был? Да, я как пришел, так я и был. Без акваланга, только в пилявках. А надо проверить. Не срастается чего-то. Он что, как рыба? Или как ныряльщики за жемчугом? Да и они столько без воздуха не могут. Так, Закиров. Закиров, сейчас я засеку время. Дам вам отмашку. И вы не дышите. Сколько сил хватит, столько и не дышите. Нам надо проверить. Ясно? Да. Поехали. Что, не дышать? Так ты дышишь, что ли? Я отмашка жду. Он отмашка ждет, а? Давай еще раз, не дыши. Все, понял, не дышу. А сколько не дышать? Что за день такой, а? Как его? Тахиров. Тахиров, сейчас я махну рукой, и вы не дышите. Сколько у вас сил хватит, столько и не дышите. Ну, надо проверить, ясно? Нет. Что не ясно? Я не Тахиров, я Закиров. Послушай. Послушай. Послушай, Закиров. Есть ты нас сейчас быстро, не поймешь? Мы тебе тогда рот с ноздрями заклеим и через полчаса отклеим. Посмотрим, какой ты ныряльщик, мать твою. Объясните, что делать? Я все делаю, не сопротивляюсь. Так, тихо, тихо. Рот зажми, не дыши, воздух кончится, скажешь. Все, понял, зажимаю. Все, кончился воздух. Твою мать, а! Твою мать! Вот урод, а! Вот урод! Даже минуты, сука, не продержался. Вот курить его прямо тут, в этом бассейне. Алло, Натик, ты где? Аккуратней, аккуратней. Mm-hmm. Слушай, тут есть возможность в бассейн сходить. Mm-hmm. Ну? В субботу. А что ты делаешь? Mm-hmm. А, ну понятно. Встреча одноклассников. 15 лет выпуску. Девчонки будут? Нет, ну вы с девочками же учились, или как? Слушай, я все это знаю. Встретитесь, накатите, по новой все пойдет. Ладно, я что, не была на таких вечеринках? Идите. Послушай, мне все понятно, я схожу одна. А с тобой я не пойду. А что мне там делать? Да мне это не интересно совершенно. А в бассейне, представь себе, интересно. Да, интересно. Натик, слушай, у нас с тобой совершенно разные уровни. Уровень вхождения в культуру, вот какой уровень. Все, пока. Ты... Слушай, а может, это не он тогда ее, а? Да кто? Ну, а как он, если он сам? Ну, он же не может. Ну, как-нибудь по-другому. Нам тут втирает. Вот урод, да? Да урод! Ну, урод! Урод. Да и хрен с ним. Да и хрен с ним. Мы, в принципе, следственный эксперимент провели, правильно? А, правильно. В бассейне его никто не видел, ты же нырнул сразу, правильно? Правильно, правильно. Все,
Не, все, ну, все. Все, ну все уже. Кое-что срастается, и ладно. Ну и ладно. Хороший бассейн, да? Ага. Закиров, а дорогой сюда билет? Дорогой, а по абонементу дешевле. Я билет на один раз брал. Я так рассчитал, что мне один раз хватит, чтобы утопить. Иди уже. Может, походим вместе? Покупаемся, а, Людмил? А вы с семьей своей покупаетесь? С семьей я в ванне купаюсь. Давай с тобой. Что, работало? Компромат. Да ладно, какой компромат? Компромат. Так, ну-ка, дай сюда. Компромат. Дай сюда, я сказал. Сотри там, конец сотри. До свидания. До свидания. Ходит, ходит, с пенисов трясут. Закиров. Осторожно. Давай скорее, слушай, Закиров. Владимир, убери отсюда. Я тебе побурчу сейчас по башке твоей, баранье. Закиров. Закиров, ты как под водой не дышал, а? Жопой! Куда намыть это папюр, а? Валя! Ну, куда намыть это папюр, чё? А? Я все, я в этом году на заочку буду поступать. Куда? Ну куда, в университет. Слушай, ты ж там учился, подскажи, какой факультет лучше. Да они все одинаковые. Тебе зачем? Ну как, без высшего образования сейчас никуда. Ну что мне, всю жизнь что ли? Упыри всякие по подворотням принимать. Ты зачем притворяешься? Ну, так и скажи, денежного места ищешь, престижную работу. Ну, что такого? Да ну, ничего такого. Ну да. Это все хорошо. Только зачем так долго? Окольными путями брести к тому, что... О, в полуметре от тебя. Вот он. Твой верный джин Тахиров, который исполнит любое твое желание, если ты его освободишь. Он узник лампы Сева, а ты? Ты можешь стать Аладдином. Да ты чё, как? Нет. Чё ты боишься? Вань, да нет, ну ты чё? Чё ты боишься? Мы скажем, что он убежал. Максимум, что сделают? Тебя выгонят с работы. А ты? Ты человеку поможешь. Он же ни в чем не виноват. Она сама во всем виновата. Она всё сама, она. Всё она. Не, Валь, кончай, как я? Очень просто, очень просто. Он отсюда сбежит, только его и видели, всё. Он к себе в горы. Тебе вознаграждение. Не надо никуда поступать. Эй! Пас, ковыль! Слушай, что хочешь, ты все сделай. Ну? У нас есть машин. Белый лапа. Деньги. Сколько надо дам. Все честно. Пока никто не пришли. Освободи, брат. Прошу тебя. Послушай, свой друг. Клянусь честным словом. Что скажешь? Все сделаю. Отблагодарю. Да вы чё? Как я? Чё? Как? Чего? Как? Чё ты телишься? Ну чё ты телишься? Через секунду его волосатая жопа улетит отсюда со скоростью света. А ты и я. На белой машине. На белой машине. И с кучкой денег. С кучкой денег. Ну давай. Давай. Севик, я же пошутил. Нам же натянут за этого дружбана по уши. Даже если он сколется. Простите, пожалуйста. А подайте вон ключик. Я? Вон там он. Ты что думаешь, он нас будет искать благодарить? Нет, 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 вон там он. Да он же стуканет на нас. Спасибо, спасибо вам большое. Нет, не спокойно, нет. Спасибо. Друг, брат, дорогой. А тогда чё ты мне всё это парил? Чтоб ты понял, в чем суть морали. Чё? Мораль, Севик, в способах удовлетворения потребностей. Ты поступай. Поступай, учись, работай. Живи по-тихому. Копи зарплату. Вот что такое человек. Нормальный член общества. Но Тахиров этого не знал. В чем итог? Он в наручниках. Очень легко оступиться, Сева. Я не хочу, чтобы это произошло с тобой. Сева. Друг. Бабушка, вам что, мужики голые нравятся? Сева. Говорю, газета свежая у вас. Да. Да иди ты в жопу! С
Все. Ну, что? Давай. Сейчас, блядь, сейчас. Особай. Иди сюда! Заткнись, я сказал! Одевайся давай! Маша, иди сюда, быстро! Можно! Заткаши! Одевайте его, все, в отделение! Вы простите нас. Простите нас, пожалуйста, а? Простите. Извините нас. Вы нас простите, пожалуйста. Вы нас простите. Так, ну что, сколько ждать-то? Так, так, тихо. Я сказал вам! Так, Валь, что здесь происходит? Он раскаивается. Да. Да, он просит, чтобы его подальше, в Сибирь отправили. Он хочет духовно очиститься, он здесь такую истерику устроил, пока вас не было. Ничего, не он первый, не он последний. Насчет Сибири, Валька. Насчет Сибири, это уж как суд решит. Куда пошлют, там он и очистится. Не обязательно, чтобы в Сибири. У нас в России таких мест много. Пойдем на балкон покурим. Да курите здесь, что, куда ходить? Да? Нет, не надо в квартире курить. Пойдите на балкон. Пойдем. Пойдем покурим. Да вы идите, я вас здесь подожду, я все равно не курю. Ну, пойдем, за компанию постоишь. О, пойдем под 50. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Давай, сходи с дядей на балкон, на два шага. Вау. Давай, давай. Я все уберу, мясо подам. Давай, давай. Пойдем. Сходи, Маша. Иди, поговори. Проходи. Ну, проходи, что ты у двери стоишь, жмешься? Проходи, что ты, боишься, что ли? Боишься, да? Боишься? Боишься? А? Подожди. Что ты, обалдел, что ли? Прости, я не рассчитал. Я шучу. Не рассчитал. Не рассчитал. Наливай, не рассчитал. Мать твоя просила поговорить с тобой. В общем, мы с ней, скорее всего, мы с ней теперь вместе жить будем. Да. Обычный ужин он взял и умер. Кто? Отец, брат твой. А. Ну, ты же знаешь, у него проблемы были. Поужинал и умер, это как у всех. А у него с кем проблемы были? С тобой? Или с матерью? Со здоровьем, Ва. Со здоровьем.
Вот где ты эти вот палочки взял? Вот зачем ты ими? Чтобы жизнь легкой не казалась. Нет, я понимаю, если бы ты ими ел то, что положено есть. А что ими есть положено? Как рыбу там, или катушки рисовые. Что эти узкоглазые, чем они питаются? А у нас в России, Варя, для того, чтобы жить, нужно вот что. Понятно? Загребать побольше и есть, а не клевать, как эти, палочками. Вот, смотри. Смотри, мы к палке черпалку приделали. Потому что у нас за столом с одной палкой делать нечего. Как ты еду к себе притянешь или как ты закусишь. Как... А тут, смотри, удобно. Да? Смотри, раз, тан-тан-тан, тан-тан, оп, и... А? Тан-тан-тан, видишь? Раз-раз, удобно. Это они пускай там себя на востоке там медитируют и палочками своими тыкают. Понял? Дядь, а ты знаешь, что у нас после Чингисхана все границы между Востоком и Западом, они стерты? Это в голове твоей, может быть, стерты. А у меня не стерты. И у матери твоей не стерты. Дядь, а вот в той деревне, откуда ты родом, ну, там же фашисты были, да, оккупация была. Ну? Так вот, почему ты так за европейскую культуру радеешь. Кипит немецкая кровушка. Псифает! Слушай, ты, подонок, заводи свою семью и съезжай. А мы с твоей матерью теперь здесь будем жить. Подонок, тваря, еще с этими палочками. Скотина, ты чё? Да ничего. Просто тебя нет. Ты убит. Подонок, а? Ты... Что, и сырую рыбу готовите? Да. И что, заказывают? Да. Едят? Да! Зашибись. И что, сколько стоит? Да, по-разному. Вон она в меню одних этих суси. 15 разновидностей. От 60 рублей за одну порцию. Да? Да. А, нет, я это... Я глистов боюсь. От сырой рыбы глисты. А потом они там жрут, человеки. Так, это ладно, мы продолжим. Это уже не смешно. В общем, завтра утром мы поедем к маме, проведаем ее. Ну и что, что здоровый, как лошадь?
Что ж, теперь здоровых не проведывать, да? Натик, она нас любит. Натик, ну послушай ты меня, она нас любит. И тебя она любит, я сказала, что ты не дурни ее. А кимоно вы из Японии? Нет, это вон управляющий. Он придумал. Сейчас же повально этих вон ресторанов, пока не травятся. Только и успевают вон на этой экзотике зарабатывать. До первого ЧП, так сказать. Дело-то, если честно, опасное. Там же учиться надо долго, чтобы вот эту всю хрень готовить уметь. Там есть такая рыба. Вот ее не так порежешь, она яд выделяет. Да ну. А как ее, Вася? Фуга. А? Фуга. Самая дорогая фуга. Вася недавно ее готовил. Принял для храбрости, нарезал эту рыбину, обложил ее зеленью и подал. Ну, всем персоналом стояли, смотрели, что будет. Ну и как? Вася? Да саке у нас кончилось. О. И мы нашу водку русскую разогретую подавали. Может быть, поэтому и обошлось. Ой, ну мы все тут, ой, перенапрягались, муж. Я спокойна, но в ресторане. Я не могу сегодня. Расследуем, да. И он тоже здесь. Ну, просто так получилось, он мой начальник, да. А у нас тут убийство. Убийство? Да. Алло. Алло! Так, не, я на службе. Правильно. Так, а что в кимоно, я спрашивал? Я же говорю, это все наши управляющие. Когда я на пенсию с Тюза ушла, мне говорит, на каждом углу в ресторанах теперь у всех самураи стоят. Самураи? Да. Ну, в таких он имел в виду, как у нас в ресторанах. Да, эти вон самураи. Вот, а ты, говорит, будешь пожилая японка с судьбой. Сейчас. Судьбой. Как это мы? Чтоб не как у всех. Догоняйте, чтоб цепляло. Чайный домик, словно бомбоньерка, утопал среди цветущих роз. С палубы английской канонерки в этот миг сошел один матрос. Он туда сошел, как подобает, увидать всех знатных моряков. Запросил вина и чашку чая. Больше ничего он не сказал. А в углу красивая японка напевала что-то про любовь. Вспомнилась родимая сторонка, заиграла в нем морская кровь. А на утро снова канонерка по приказу выбросила флаг. Отчего так плакала японка? Из чего так весел был моряк? Oh my.
палец. Он по-детски выпучил глазенки и спросил: «А кто же мой отец?» И тогда красивая японка нежно сыну руку теребя отвечала милому ребенку: «Твой отец английский был моряк. Так наливайте мне вина покрепче, сколько роз цветет в моем саду, от вина становится мне легче, я его по-прежнему люблю». Я вас очень прошу, нам открываться через 15 минут. Если получится, если не отвлекаться, не петь. Слушайте, я же показания даю. Я вон свидетель. Так, она нам еще нужна. Понятно. Все? Тогда, когда закончите с показаниями, зайдите ко мне. Я зайду, зайду. Представляете, показания даю. 15 минут. Этот вон... О. Смотрите, вот это. Даю показания. А это наш. Так, значит, Люда, включай. Уже. Так, Верхушкин. Я. Вы пришли в ресторан. С какой целью? 10 лет юбилей выпуска. Конкретно? Какого выпуска? Из «Звездного городка» или откуда? Конкретно. 10 лет окончания школы. Ну, мы собрались... Так, кто мы? Наш класс, бывший класс. Так, потерпевшие тоже из вашего класса? Да, мы сидели с конем за одной партой. С каким конем? Ну, это кличка его. Кенев, конь, мы с ним дружили. Так, ладно. Дружили вы. Так, ну-ка не мешайте, отойдите отсюда. Можно? Принесите мне это меню и обратно сразу, хорошо? Хорошо. Молодец. Так, сидели вместе в школе, здесь сели? Тоже вместе сели? Я здесь сел, а конь на вашем месте сидел. Так, Валь, давай садись. Ну что опять? Меню несу. Больше сегодня за коня. Конь. Так, сидели. О чем говорили? И сразу к тому, за что, во что, из чего и откуда вы стреляли в этого коня? Потерпевшего. Это что? Да, отдала роллы. Давай. А, ну что, ну, мы когда выпили уже, он меня начал при всех вот так поддевать. Да? У меня автомойка своя, Монтана. Он мне начал говорить, чтобы я быстрее доедал, а то он свою машину, видите ли, поедет мыть, чтобы именно я ему мыл, понимаете? А чем роллы отличаются вот от этих, от суши? Суси. Суси. Да, та же херь. Только сверху эта присыпочка из икры на роллах. Так, Люда. Так, конкретно за что? Ну, я ему говорю, перестань ржать. А он ржет. Я ему говорю, ну, перестань ржать, а? А он ржет. Так, дальше давай, дальше. Я ему говорю, пойдем выйдем. Так. Он говорит, пойдем. Так. Ну, мы встали. Так, вставайте. Так, потерпевший тоже встал? Да. Валь, вставай. Так, как вы пошли, кто за кем? Ну, вначале он пошел, потом я. Он подошел к стойке, вон к той кукле. Да только он до меня дошел. Вот этот вот сразу же в него выстрелил. А я причем сразу же почувствовал, сейчас что-то произойдет, и точно. Ведь это ж я каждый день это чувствую такое. Особенно, когда они тут эти выпускные вечера тут устраивают свои выпускники. Подождите, подождите. А? Он пошел, а вы где? Вы сейчас вы покажу. Там? Я позу сейчас сделаю. Я сейчас. Вот так.
Вот это вот я последнее, что он в этой жизни видел. Да. Валя, иди к ней. Ну, он к ней подошел, что-то сказал. Но я достал пистолет и ему затылок пульнул пару раз. Присосками же. Пулями. Как дети. Как дети. Мать вашу. Блядь. Надо покупать себе всего, пидорасы, а? Нам ходи все это разгребать. Пистолет, а? Откуда у тебя пистолет? Откуда у вас вообще все? Вы откуда нахуй прилетели сюда? Я сколько жил, я никак не думал, что в такое ебанатство попаду. Пошел в жопу. Уходите. Вы откуда все прилетели? Вы же, я не знаю, вы же в тех же школах учились, а? У тех же учителей, у тех же, блядь, родителей, почти мои ровесники. Нахуй, а? Как ты-то получился? Из чего? Вы все? Этот, блядь, трусы забывает, в бассейн идет. Этот пидорас, блядь, пуляет в соседа по парте. Вам что надо-то в жизни, нахуй, а? Вы вообще как ее... Прожить хотите? Этот еще нахуй! Вы что вчера сделали? Товарищ капитан. Нет, ну как, а? Ну как? Я вас нихуя не понимаю! Не понимаю! Хотя я ведь не старый, а? А я их не понимаю. Ну как так, а? Как так напоить участкового? Как его? Семакина. Напоить, нарядить в женское, под проститутку. И бросить пьяного в обезьянник, а? Ну как? Ну как? Я не понимаю! Не понимаю! Ведь вы же служили, вы не такие сопляки все. Вам ведь по 30 лет уже всем. У меня в ваши годы уже ребенок был с женой. Где вы набрали? Где вы набрали? Женской одежды! Колготки! Колготки где-то взяли такие блядские! Я за мамиными съездил. За мамиными? За мамиными? Тебе не в лавы было ездить за мамиными, а? Нет, на крайний случай, на 1 апреля, в день юмора. Жене вместо зубной пасты горчицы в тюбик пхают. Ну вот же, да? Нормальная шутка, а? Ну, а у вас же что? И главное похую. То, что похую, тоже похую. А ведь вы все ваше поколение. Вы же поезда водите. Самолеты, адвокаты, между прочим. Дочек! На атомных станциях работаете! А главное, нахуя вы работать-то идете, а?
все похуй, идут работать на такие ответственные работы, а потом, ну, пиздец наступает в обществе! Я сейчас милицию вызову. Дальчик, ну-ка, успокойся. Да ладно, пульнул он, я спокоен. Дальчик. Давай тащи эту рыбу. Вашу Исаке, сейчас не попробую, уже никогда не соберусь. Это ту самую, да? Вон ту отравленную. Понял он. Вася, фугу. Пульнул он, а? Пульнул. Стасик. Идите в жопу куда-нибудь за соседний столик, чтобы я с ней видел. Сколько же это? 4, 8, 16. Так болеть я начал. 14 лет. Сука! 26 лет, а? 26 лет меня наебывает эта наша сборная по футболу, а? Нет, ну раньше еще ладно, были успехи, пробивали финалы. Но сейчас, блядь, что не чемпионат, то пиздец какой-то. 4 года ждешь, 4 года! И что? Все потому, что вот такие же долбоебы играют, вот как вы. Ничего не надо, а? Ведь главное, что притворяться научились. Вот же как, а? Ведь раньше же там, раньше бунтовали. Это была общественная позиция. Нам от вас нихуя не надо. Мы протестуем. А сейчас? Сейчас, блядь, по-тихому, без протестов. Кем надо притворяться, влазает куда хотят. На любую работу, а? И нихуя там не делают. Играются. Вы играетесь в жизнь. Те, кому это серьезно относится, с ума сходят, страдают. Футбол, блядь, играть надо. Они визажистов с собой берут, стилистов, и в итоге там все проебывают. Там же надо думать, как гол забить. А он в дождь, блядь, свой промелированный лобок зачесывает. Чтоб он у него в дождь стоял. Он не тренера слушает в перерыве, он прическу восстанавливает. Наливай, мать. Бляш! Не смотри! Чё, не да, мозгоёбство какое-то! Воды! Ладно, все по-тихому, все по своим понятиям, по-детски. Пульнул, догнал. Они поняли, что жопа от них отъебались, нужно притвориться. Глобальное наебательство. Глобальное. На всех ступенях общества. А что вы хотите? Ну вот, я вчера по 26-му маршруту еду на трамвае, у водителя спрашиваю, по Малышева по улице, ваш трамвай идет, а он нехуй его знает. Представляете, водитель и не знает, по какой улице его трамвай ходит. Что он вам сказал? Кто? Этот конь. А? Плевать. Плевать? Да, плевать, сказал. Может, он на все плевать хотел, но плюнуть ты не успел. Убили. Расслабился. 15 минут товарищ уже. Школьный. Ну что, все уже? Все. Ой, да пошел ты. Раздвинь.
Молодцы. Я рада. Не-не-не-не. Я очень рада. Да-да, я тоже очень рад. Это вы молодцы. Это ты, Валька, по-мужски. Все правильно, да. Оно, конечно, тоже, конечно, плохо, что ж. Да? Что говорится, ребенок родится, а ты не... А вы не братья, понимаешь? Да, мы подумали, решили, что не будем в свадебное путешествие ехать. Да, и свадьбу делать тоже не будем. Как? Не, ну за столом-то надо посидеть. Валь, ну что, за столом-то посидеть надо? Посидим. Не, ну просто обязательно надо посидеть. Обязательно посидим. Ну хорошо. Ага. Ты сиди. Да. Что, давай, да. Давай. Давай. Да. Давай. Правильно. Все правильно. Вот так? Правильно, что вы свадьбу не будете делать. Что я кормить-то? Вы на эти деньги себе купите что-то нужное. Стиральная машина? Да. Ну, а вы что, палочками, да? Да. Сейчас. Все. А ты? Ой! Это упал. Все. Ну, не умею. Сейчас. Ой. Рыба какая вкусная. Ты ее где купил-то? В ресторане. Дорогая-нибудь. Да нет, ничего, сегодня же такой день. Да. Ну, это да. Налей мне немножко. Ага. Все, хватит. Ну что, Валь, правильно иди. И... Правильно. Так. Ты знаешь, мне вот этими пальцами удобно. Так правильно? Правильно. А что сам не ешь? Вас слушаю. А. Ну, вообще-то Валька молодец. Я тебя уважаю. Еще бы работу человеческую нашел, и вообще было бы. А тот ребеночек родится, спросит папа, а кем ты работаешь? И что ты ему скажешь? О? Да. Вань, ну правда, ну что ты ходит, трупов изображает? Кому это нужно? Зачем? Ой, Валя, Валя. Ой, что меня накатило. Пойду воды принесу. Так, кто куда пошел? Ну, она так привстала. Действительно хотела пойти на кухню. И у нее ноги так подкосились, и она упала. Вот сюда упала. Так, ложимся. Так, Валя. Что дальше было? Дальше? Дальше этот, дядя, он к ней кинулся. Ну что вылупился, кидайся давай, кидайся. Потом он уставился на меня, хотел что-то сказать. Встал и сам повалился на пол. Так, хорошо. Это что делало? Это сразу все поняла и побежала к умывальнику. Она стала пить воду. Я попытался ей объяснить, что, ну, что это бесполезно, что я тоже подействовал. И лучше не мучиться, а просто переждать. Но она кричала и все пила и пила. Потом она обмякла на умывальнике. И уже все. Так, обмякивай. Чего, ложись.
Так. Что дальше? Дальше? Ну, я, в принципе, точно не знал, отравятся они или нет. А раз так все получилось, ну, я просто наблюдал, запоминал. Ну, чтобы изобразить, воспроизвести. А все потом. Ну, потому что вам же надо будет узнать, как все это было. Так, хорошо. Люда, выключай. Thank you.